Сегодня девушка-бунтарка то медленно, то быстро перебирала кошачьими лапками свои товары. Она сидела ко мне спиной, она меня даже не заметила. Я не стал ни фотографировать, ни снимать на видео, даже заходясь у нее носу спиной. А когда она ушла, я купил ее на коллеге пакетик кофе. Не своровал, а купил. Лучше купить, чем своровать. Лучше спросить, чем своровать. О, ни на шане никакие законы. Никаких. И никаких тайных слежек. Мне же Харча запретил, чтобы я следил за девушкой-бунтаркой на Малиной Ладе. И снимал на камеру ее тоже нельзя. И фотографировать ее тоже нельзя. Не волнуйся, кошка, я тебя больше не буду фотографировать. Девушка-бунтарка на Малиновой Ладе. Думала, на Канар везут ее замка. Малиновая Лада в малиновый закат. И никаких больше тайных слежек за девушкой-бунтаркой на Малиновой Ладе. А то иной муж мне скоро голову оторвет. Придет и оторвет. Или Попсуев прибежит. А Попсуев может прибежать. Ворвется ко мне в дом и выкинет меня с 5-го этажа. Честно, надо сраный Вольфенштейн поиграть. Отстойный, уголимый Вольфенштейн.